Здравствуйте. Доброго вечора. А це правда, що ви з Росії? Правда. Скажи, пожалуйста, ти смотрел X-Factor по інтернету? Да, да. И тебе что больше всего нравится в X-Factor? Мне нравится эта атмосфера тепла, душевности. Не, Владислав, на самом деле атмосферу тепла и душевности создают в основном, на мой взгляд, участники. Вот ты можешь соответствовать этой классной атмосфере, которую ты полюбил? Да, да. Чем ты сегодня будешь нас удивлять? Я бы хотел спеть «My Heart Will Go On» Селин Дион. Селин Дион, давай. Чи не завадить хвилювання зараз Владу заспівати? Почему они так аплодировали? Нет. Твой риск приезда, он уже оправдался. Спасибо. Мне безумно понравилось. Я даже не буду тянуть паузу драматическую. Я просто скажу, что мне очень-очень понравилось. Спасибо. Очень. Да, Владислав, мне кажется, что ты очень проникновенно ты исполнил эту песню. А вот умение проникать в суть песни, да, в душу песни, очень редко встречается на нашей эстраде, на нашей сцене, да и вообще в жизни. И это большой твой плюс. Спасибо большое. Как я понял, у нас 4, да, коллеги? Да, ты правильно понимаешь, Сергей Васильевич, у вас 4, да, спасибо.
Вовка, ты молодец, просто потрясающе. Я тебя сама теперь готова обнять. Ты просто молодец. Спасибо. Ты поразил просто мое воображение и всех присутствующих. На самом деле, сегодня твое выступление достойно было аплодисментов, стоя в этом зале. Умница, молодец, спасибо, поздравляю. Тепер у Влада немає жодних сумнівів. Найзаповітніші мрії здійснюються саме на X-факторі. Ніколи такого не було.